Пашинян выступил против военного присутствия России в Армении. Военное присутствие России в Армении скорее создает угрозу, чем обеспечивает безопасность государства. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, как передает ura.ru со ссылкой на Armenian Weekly. Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот создает угрозы для безопасности страны, как сказал Пашинян. Премьер-министр напомнил, что Азербайджан предупреждал западные страны о потенциальных угрозах, которые несет за собой военное присутствие России в Армении и их тесное сотрудничество. Он считает, что эти утверждения могли вызвать интерес у Соединенных Штатов Америки и союзников в рамках боевых действий на Украине. Ранее стало известно, что Никол Пашинян обвинил миротворцев Российской Федерации в невыполнении своих прямых обязанностей. По его словам, миротворческий контингент России, находящийся в Нагорном Карабахе, обязан обеспечить работу Лачинского коридора, но не справляется с этим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев СБУ ООН в Карабахе может произойти только после согласия обеих сторон. Армения при этом ранее заявляла, что готова к дипломатическому решению конфликта в Нагорном Карабахе в рамках предложений РФ. Также стало известно, что в Армении прошел митинг за выход из ОДКБ. В армянском Гюмри возле российской военной базы прошел митинг за выход из ОДКБ, сообщает местное издание. Как считают митингующие, Россия бездействует в урегулировании кризиса в Лачинском коридоре, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. В акции приняли участие около 100 человек. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что идея ввода миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ в зону карабахского конфликта почти нереальна. Пашинян подчеркнул, что у властей Армении есть сомнения в объективности некоторых стран организации. Он отметил, что многие страны, входящие в ОДКБ, близки с Азербайджаном. Пашинян также заявил, что необходимо уточнить зону ответственности Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ в Армении. Необходимо уточнить зону ответственности ОДКБ, после чего отношения с организацией могут быть институционально и глубоко выстроены, сказал он.